Установы адукации Магілёўшчыны не першую вясну сустракаюць рэспубліканскай акцыі «Сад надзеі». За гэты час высаджаны тысячы дрэўцаў, і цяпер вядзецца маштабная работа па доглядзе за імі. Як нашы корэспандэнты ўбачылі ў Касцюковічах. Костюковичем. Школа номер 4. Сад тут заклали у початку красовика. Теперь школьники старанно доглядают за древами, прикормливают и поливают. Усяго 45 саджанцев. По одним от класса. Какие дрэўцы высаджывать, выбирали про запытание. Молодшие школьники с батьками отдали перевагу груши, а старейшие выбрали яблони. Закладку саду примерковали до 80-х годовины вызволения района от фашистских захопников. Мы десятиклассники, но мы приедем через года в нашу школу. Возможно, кто-то из моих одноклассников поведет детей в нашу родную школу, и мы увидим, как наш прекрасный сад будущего будет в белом цветении, в прекрасном аромате яблони и груш. Вучні школы номер 2 таксама далучыліся до рэспубліканскай акцыі. Тут школьнікі толькі пачынаюць закладваць сад надзеі. Усяго плануюць 16 дрэў, 12 яблынь і 4 слівы. Настоящий мужчина, как говорится в народе, во-первых, должен посадить дерево, во-вторых, построить дом и, в-третьих, вырастить сына. Сад обещает быть выдатным и не только своей прыгажостью. Мы надеемся, что деревья примутся хорошо и будут давать плоды, что в свою очередь позволит удешевить питание наших школьников. Садоў надзеі у Костюковічах Марта Милосердова, Ягор Малейка, Дзяніс Жавіна. Навіны рэгіёна.